семинар сам по себе для меня оказался очень приятной неожиданностью, на самом деле, потому что действительно не ожидал, что специалист такого уровня может приехать в Белгород, и вообще в Белгороде организуют семинар по когнитивно-поведенческой терапии. Это, ну, на самом деле очень круто. Я долгое время искал, где можно пройти этот курс, где-то в ближайшем регионе. К сожалению, такого не предоставилось, такой возможности не предоставилось, поэтому я, ну, так сказать, опустил руки и ждал. Собственно, после того, как ты написала, ну, действительно, для меня это казалось как манна небесная, что как же круто, действительно, будет обучиться этому методу терапии, потому что, по моему мнению и по мнению тех специалистов, которые делали исследования разных методов, оказывается, что это один из наиболее самых перспективных, высококачественных и, на самом деле, работающих методов в терапии. И спасибо большое за организацию такого семинара. Я с удовольствием буду проходить все последующие этапы его и надеюсь, что у меня это будет хорошо.